Всем привет, ребят. Ну что, настало время у нас пройти 5-10, последнюю подземку с этой серии. Вот такой вот у нас будет состав. Мегабочка, тыковка. Три тончика возьмем с собой потестировать. Ледяшка, как обычно. Шаман. Ангел. Вот, в принципе, весь состав. То есть, такая вот сборочка у нас будет. Так, поехали, магию возьмем. И пойдем трешивать, пробовать. Конечно, шансы очень маленькие на эту подземку, так как героев, к сожалению, очень много. Я эту подземочку пробовал, уже проходил, но случайно слил видос. И сейчас... Ой... Я еще и забрал все награды. Вот так вот. Так вот, 5-10. Подземочка, скажем так, вроде и сложная, но и вроде и нет. Так, стартуем с бочечки. Чтобы на бочечку загрелись все. Морозим. Видите, у нас, блин, ару. Не успели мы слить, и как видите, сейчас у нас могут быть небольшие проблемы. Конечно, единственное, ну вот все, тыковку слили. Если бы тыковку не слили, мы в принципе бы сейчас неплохо затащили, но осталось там пару героев. Давайте еще один заходик. То есть тут в принципе нам урона нашего хватает. У нас есть мега-герои. Так, пробуем еще разок. Стартуем с бочки. Так, кидаем заморозку. Отлично. Разогнались. Кинули щит. Ну, смотрим. Ну, вот и... Вроде отлично. 5-10 гарнизоном. Вот такие вот перги, ребят. В принципе, ничего сложного. Покажу вам сейчас составчик. Почему именно такие герои, расскажу. У меня тут были эмблемы именно железной воли. Почему железная воля? Объясняю. Некоторые герои надо, чтобы они все время срабатывали. То есть, если взять вот, например, ангела, который у нас на отхил восстанавливает двух юнитов 540% от атаки, также понижает урон, полученный ими, на 20%. Это на 12 скилле. У нее нету, как видите, кулдауна, то есть на 6 секунд понижение входящего урона. Соответственно, она будет фактически всегда срабатывать. Поэтому, в принципе, железная воля тут у нас идет на 14 секунд. Герой имеет иммунитет к стану, страху и понижению энергии. Вот поэтому против станущих башен именно такой вот талантик. Дальше поехали. Следующий у нас герой — бочка. Бочку я вам уже показывал обзор. Офигенный танк. Я именно с бочки стартую, потому что урон по ней, если она ускоряется, набирает энергию и режет каждый раз на 50, и также лимитированный урон 20 тысяч на 6 секунд. То есть фактически, если она будет тоже набирать все время энергию, ее просто очень сложно слить. Можете посмотреть обзорчик на такую бочку, я его заливал отдельно. Там просто герои ничего не могут против нее сделать. Дальше. Тыковка топовая, ремочка, 12 скилл уже. И регенерация, то есть исцеление. Почему именно так? Потому что быстрый набор энергии. Я ею не танковал, я танковал все-таки бочкой, потому что если я буду танковать в этой ситуации тыковкой, ее просто сольют. У нее нету ожива. Ну, конечно, можно было бы попробовать. Может, сейчас я попробуем еще по-другому сделать. Так, второй вариант. Ну, у нас отхила нету ворожая, например. Так, с тыковкой разобрались. Тритон.
Сделаю на 12, покажу его, если хотите, пишите в комментах, прокачаю, покажу отдельный обзорчик. Как видите, наносит дамаг 100% ту, ну, говорю ту, до, на 100 врагов, то есть на 100 юнитов она бьет, то есть можно сливать юнитов, некоторые места нубиса берут. В данном случае мне этот тритон помог посливать вражеских героев. Тоже стоит железная воля, чтобы не станилось. Также уменьшает отхил на 99% на 15 секунд. То есть фактически этот герой уже просто там не будет нормально регенерироваться. То есть его даже отхиливать будут, там копейки будут. То есть такой вот герой. По питомцу просто решил протестить смертушку. Вроде неплохо заходит. Так. Следующий у нас герой. Ледяха. Еще и даже руны не те поставил. Поставил вместо исцеления. Хотел не то поставить. Так, ну, можно было даже так сделать. Завтыкал. Почему именно воодушевление? Потому что быстрый набор будет. Плюс тыковка разгоняет. Чем быстрее ледяха наберет возможность набора своего скилла, тем она замедлит. Как видели, у меня все герои замедлены, то есть они, соответственно, там черепа и прочее, они просто не успевают добежать. Соответственно, тут очень много дальников, дальних героев, они просто убивают героя, он не успевает до них добежать. Единственный минус — тыковка. Если загрится на тыковку, она подбежит вблизи и, конечно же, ее сольют. Что было у нас, в принципе, первый раз. Так, с этим разобрались. Шаман. Сам по себе офигенный герой, наносит урон двум вражеским, также уменьшает ихнюю атаку на 66%. То есть это против черепа, пару раз он бафнет, то есть видите кулдаун на 8 секунд, кулдаун опять же нет. Быстрый набор идет и, соответственно, просто тупо будет уменьшать, там герой будет копейки бить. Так, с этим мы разобрались. Давайте сейчас попробуем просто вот такая же сборка. Стартануть с тыковки, чтобы посмотреть, получится, не получится. Ну, по поводу отхила я же говорю, тут у нас будут проблемки. Тут придется нам вот так делать. Замораживаем. Кидаем щит. Вот тыковка не попала, видите, в щит немножко. Так, 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 так. Череп, вот смотрите, отлично просто. Даже такой вариант проканал. В принципе, она за счет исцеления. Вот почему именно железная воля? Можете поставить даже там, я не помню, сколько. Сейчас посмотрим, сколько первые сеты дают. Можно даже первое, вам хватит, по сути, времени на прохождение подземки этой. Именно чтобы герои не станились. То есть я показываю вам на гарнизоне. У вас же, конечно, есть герои с эволюцией, легендарки, то же самое. Но тут суть в чем гарнизона, что гарнизон у вас имеет специфические свойства, которых не имеют многие легендарные герои. И вот за счет этого можно нехило так просто тащить. Именно на подземках. Ну и на PvP-локациях тоже можно некоторых использовать. Так, что я хотел, что я хотел, что я хотел. А, посмотреть. Так, железная воля. Ой, блин. Нету у меня. Где мой магазин? Склад АУ. Так, есть. У меня нету мелкой железной воли. Шестерка. На 12, то на 10. По-моему, 8 секунд, если я не ошибаюсь. У меня нету даже героев. Сейчас я посмотрю. В общем, можно даже там 3, 4, 5 руны поставить. И это вас спасет. Единственное, если, конечно, у вас гарнизон прокачанный. Но у многих, многие его не качают. Точно так же, как и я в свое время слил. Поэтому я стараюсь на английском сервере вот так вот иногда трэшевать. Так, ну что, поехали. Пока у нас такой состав, попробуем хотя бы попыточку на шестую. 6-1. Тут уже повеселей. Тут попробуем опять же снизу. Даже не снизу, да, давайте снизу попробуем. Тут у нас уже есть тотемы, поэтому тут так не получится, как там, однозначно. Но можно, я буду пробовать.
пройти шестую гарнизона. Так, давайте сначала вот так вот сделаем, просто ради теста. Пусть разгонится ледяха. Вот ледяха разогналась, но как видите, у меня здесь не сильно хватает. Но. Шансы, я вам скажу, есть. Посмотрите, у нас осталась тыковка, конечно. Ну, насколько мы замедлили. Ай-яй-яй, держимый. Видите, то, о чем я говорил. Бочка осталась. Смертушка. 40%, ребят, это дофига. Кто бегал здесь, многие не могут пройти 6-1, это дофига. Вот что творит лед. Все, в принципе, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно лайки, репостики. Ссылочка на конкурс в описании. Всем удачи, всем пока.